В Люберцах прошли итоговые соревнования по художественной гимнастике среди девочек от 3 до 16 лет. Они посвящены Дню защиты детей. Этим конкурсом участницы завершили спортивный сезон. На финальном выступлении спортсменок побывала Анастасия Кладинова. Сейчас свою программу исполняет Аделина Нурулина. На соревнования приехала из Балашихи. Этим видом спорта она занимается уже 5 лет. Больше всего ей нравится выступать в индивидуальной программе без предмета. Аделина считает, что так все внимание зрителя сосредоточено именно на спортсменке. Я думаю, что я выступила очень хорошо. И полупальцы, я думаю, я тянула и колени тоже. Я сильно волнуюсь достаточно. Я очень хочу быть похожей на Ирину Винер. За техникой исполнения, артистичностью и работой с предметом пристально следят 4 судейские бригады. Жюри оценивали разные виды упражнений по художественной гимнастике. Спортсменки использовали в номерах обручи, мячи, булавы и скакалки. Состязались в групповых упражнениях и представляли индивидуальные программы. Мы проводим сегодня соревнования, посвященные Дню защиты детей. Для девочек это последнее соревнование в спортивном сезоне. Мы подводим итоги, вручаем разряды, которые девочки смогли выполнить за этот сезон, и награждаем лучших гимнасток. В турнире принимали участие гимнастки из Пушкина, Лобни, Балашихи и Долгопрудного. Всего в этот день выступили 100 юных спортсменок в возрасте от 3 до 16 лет. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.